Итак, всем привет, с вами Дубгай, продолжаем играть за Францию Виктория 3, продолжаем нести свет мировой революции, и в прошлой серии мы сделали нам анархизм, наконец-таки. Ура, товарищ, как говорится, анархокоммунизм вперед. И теперь нам осталось лишь немножко техов докачать. Вообще, в принципе, почти все техи выкачали. Я думаю, к 900 году мы реально докачаем, ну, буквально все. Ну, по крайней мере, все нужное. Тут есть какие-то бесполезные техи, типа вот этих. Потому что, ну, у тебя все равно есть лимит инноваций. Вот это все не сильно прям нужное, да, но такое. Самое главное, что военные у нас докачаются. Промышленные тоже потихоньку распространяются, докачиваются. Так что нормально. И как только мы докачаем вот эти техи, а этим мы и будем заниматься эту серию, ну и я думаю, уже первые войны тоже успеем поделать, то мы начнем мировую революцию. И, кстати говоря, так, личные, слушайте, а может быть это обман, и я все-таки могу? Мне просто появилось мнение, вот сейчас смотрите-ка. Мне до этого не писало про наши, то, что наши формы правления похожи. А сейчас он начал писать. Но мы вовлечены еще в одну и ту же игру. Давайте-ка здесь нейтралитет потестим. И здесь нейтралитет. Мне все равно это все неинтересно. И теперь... Господи, да как они стали близки идеологически? Там конституционная монархия. У нас же, ну-ка. У нас анархистская коммуна. Каким образом мы близки? В каком месте? Парадоксы. Пощадите. Я не знаю. Ладно, давайте начнем. С кого мы начнем? Хотел я начать с Испании, не получится с Испании. Что ж, тогда начнем, пожалуй, с Италии. Италия ведь тоже? Да, великая держава. Поехали. Анархокоммунизм в Италии. Вперед. Бельгия сразу бросила Италию. Нет, я выхожу. Ну, я тут, кстати говоря, подстроил армию, как вы помните. Солидно так. И я еще там заказал тоже пару сотен. Сверху. Либо две, либо три сотни. Сверху в Северной Франции как раз таки. Чтобы там тоже были люди. Ну, сейчас посмотрим. Они вообще, кстати, в теории могут издаться просто. Вообще реально. Мы, кстати говоря, можем еще Австрию позвать. Но я думаю, нам это не нужно. Вот. Подведем сюда войска. Ну так, чисто. Пускай здесь они будут. И если они вдруг не захотят сдаваться, ну, заставим их принять правильные идеалы. Кстати говоря, Цин приехал, но Цин — это удача. Он здесь мало что сделает. Италия отступается? Ну-ка, вопрос. Вопрос, вопрос. Что? Так, подождите. Изменить и правительство, и законы. Соответствующие наши. Давайте еще неделю подождем. Казусбелли просто не работает? Он просто не работает. Этот у меня другой, этот у меня другой, этот у меня другой, этот у меня другой, этот у меня... Может, тот не уверен. Да, этот же, наверное. Ну ладно, этот, ну, совпало. Другой, ну тот же, понятно. Другой, 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 другой. А другой, но здесь тоже могло совпасть. Другое, 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 другое. Какие законы я сменил? Казус Белли просто не работает. Теперь у них формы правления слишком близки идеологически. Она не поменялась? В каком месте она близка? Ну, я, может, что-то не понимаю, но по ощущению она просто не работает. Я даже, ну, не знаю, что, как это комментировать. У них просто есть Казубели, бесполезный. Он бесполезный, только ради шутки себе добавлен. И он еще и не работает. Когда ты хочешь его попробовать. Давайте, знаете что, давайте еще попробуем кем-нибудь еще. С Россией, что ли? Но если и там не поменяется, то да, значит, что Казбелли просто сломан.
Здесь ничего не поменялось. Здесь Тасса, но я подозреваю, тоже там ничего не поменяется. Давайте смена режима в России, поехали. Страх, они могут опять-таки тоже отступиться. Так, серым почему-то горит, странно. Вот теперь нормально. Классика. Они, я думаю, они тоже отступятся. Ну и мы сейчас узнаем. Ну вот, у нас смена режима в России. В Италии тоже это было главным, когда забыли. Что еще может это делать КБ, кроме как менять законы? Ну, ничего. Ну да, здесь все еще ничего не поменялось. Сын поддерживает Россию. Ну, давайте. В идеале они откажутся, ну, сдадутся, чтобы сразу он сработал. Мне надо было бы с ними воевать, чтобы проверить все. Руссия поддерживает Россию. Ну, сейчас будем, видимо, воевать. Мы можем еще и Австрию позвать. А за что? За превращение в марионетку Греции. Ну, нет, пожалуй, не буду. Италия еще может зайти, но захочет зайти, удачи им, как говорится. Так что, кстати говоря, по рынку вооружения все отлично. Благо, я застроился заранее. Хорошо. О, надо вот этим тоже немножко заняться, пожалуй. Вот так вот, на, хватит. И пойдем в войну. А еще здесь вот я уже начал следовать дредноуты, чтобы у нас все эти техи докачались. Не будем докачивать неэффективно, просто выкачаем здесь теху. И все остальные докачаются. Да, война реально началась, смотрите. Какой ужас. О, кстати говоря, в Марокко тоже... Подождите. А, ладно, это просто, видимо, из-за того, что у нас это промправление, они тоже решили прикольнуться. Да, здесь ничего нету. Короче, да, они просто... У итальянцев это ничего не поменяло. Но сейчас поговорим с Россией, посмотрим, может, у них что-то поменяется. Ну и попробуем сделать вторжение в Петербург. Собственно говоря, почему бы нет. Нас здесь атакуют, кстати. Это очень удачно, то, что нас атаковали первыми. У них, кстати говоря, смотрите-ка. У нас есть осадная артиллерия. У них нету. Ну и трошейная пехота у нас, очевидно. Плюс у нас разведка, которой у них тоже нету. Это тоже позитивная тема. Единственное, конечно, я хотел бы уже докачать, чтобы у нас были здесь и разведка с воздуха, и пехотное отделение, и огнемет, и эти, и химоружие. Это все у нас практически готово, но давайте дредноут уже докачаем. И время войны, наверное, прямо сразу не очень хотелось бы мне менять. 427%. О, 427 защиты. Это безумно большие цифры. Здесь у нас, кстати говоря, тоже идут битвы, но здесь не так все хорошо, потому что сюда слишком много войск накидали. Но мы потерпим. Главное здесь пробиться. Будет попроще потом. А вот так происходит на севере. Ух! Какая же здесь мясорубка. Какая же здесь мясорубка, но на самом деле мы проиграем эту битву, у нас здесь просто не хватает. У нас 100, а у них 400 в защите стоит. Все-таки да, меньше. Но нормально. Нам главное додержаться, пока мы Россию вот здесь вот не капнем. И колонии тоже захватить. Потому что после того, как мы захватим колонии, все их войска, кстати, войска телепортируются отсюда, но битва продолжается по классике. Все наши войска поедут обратно и здесь тоже будут атаковать. А вот и... Мы смогли, только поехали не в Финляндию, господи. Ну давайте, одну битву вы проведете. Теперь давайте нормально наступайте на нормальные территории, пожалуйста. И мы успеем, ну, покрасить неплохую часть России, я считаю. У нас еще есть и разведчики там эти, которые увеличивают, сколько мы закрашиваем. Так что позитивно. Ох, фронт еще и разломался. Даже не знаю, это может быть очень хорошо для нас, может быть очень плохо. Как вы здесь оказались, хороший вопрос. Вы ехали вот сюда. Но видите, телепортация, она, да, такая, она нестабильная. Ну, это нам поможет по варскору. А Ишка делает что-то вообще непонятное, она брала отсюда войска и возвращает их обратно. Как же они хороши. Ну ладно. Здесь у нас в Африке почти закончилось все. У нас битва, господи, вот там еще битва проходит, которую я не знал, честно говоря. Либо они высадились, либо они туда... Не знаю, имели границу сразу. Давайте туда их позакидываем. Могут доехать, могут не успеть доехать. Посмотрим. Здесь мы начали в Пруссию входить. Начали в Бельгию входить. В Бельгию так себе входим пока, ну, как получается. В Пруссию уже получше. И опять-таки, очень смешно вот этот фронт выглядит. Здесь 220 прусаков сражается, но здесь всего 103. Почему? Видно тоже. Армии здесь была куча. Остальных всех увели куда-то еще. Но эти уже в бой зашли. Какая классика. Но сюда мы, наверное, уже не успеем доехать. Ну и ладно, там территории не сильно важные. Главное, что мы успели в России
варскоры подбивать оккупациями. И мы контролируем свои военные цели. Возможно, вот эти они говорят, что ли? Судя по всему, да. Хотя нет. Короче, смех, но Сахалин нам надо отбивать, потому что это цель войны. Тем временем, вполне себе здесь, я думаю, Пруссию мы заставим капитулировать скоро. Да и Бельгию тоже. Здесь, конечно, нам сражаться проще. И вот, ну, увидим, работает ли смена режима. Если нет, то, ну, я считаю, можно считать, что мы идеологически победили. Больше ни на кого его просто не можем нажать. В принципе, да? Как бы. Что, видимо, он сломан просто. Но мы победили Россию, Пруссию, Бельгию, Италию. На этих мы не можем так напасть, но мы до этого их побеждали. Так что, ну, если это правда, то тогда как получится? 400 защиты, господи. Мы же это реально можем еще и выиграть. Потому что, ну, здесь люди вот так вот. Слушайте, ну, можем, но шансы небольшие, но они есть. И хотя там пишется, что мы вот почти проиграли, здесь-то я вижу, что, ну, соотношение все уменьшается. Ладно, нет, мы... Последняя бригада держится. Ну нет, мы эту битву проиграли. Бельгия проиграла. Отлично. Ну, сейчас у нас пришли сюда наши подкрепления, так что мы сейчас повеселее себя будем здесь чувствовать. О, вот это мне нравится уже. 400 тысяч атаковало в 200 и просто в ноль все. И я бы, знаете, сюда отправился хоть на конвое. А, здесь нет конвоев, я понял. Тогда куда? Тогда куда-нибудь сюда, по приколу. Но здесь... О, здесь мы идем в атаку и... Слушайте, ну тяжелая атака, господи, как он скачет туда-сюда. Тяжелая атака, но у нас шансы есть. Шансы есть. И я думаю, мы победим все-таки. Да, все, мы начали побеждать, мы победили в этой битве. А, ну здесь тоже, видите. Будем сейчас отбиваться. Причем, кстати, мы делаем одну такую еще. Так, давайте-ка сделаем вот так, чтобы они нас первыми атаковали. Это классический лайфхак, если что. И после того, как они нас атакуют, мы уже можем переходить сами в наступление. Таким образом мы снесем намного больше войск. Так, у нас есть дредноуты, теперь мы делаем... Ух, как мы же красиво мы делаем все это. Крепление есть. Крепление еще первым, потому что они нам сразу дают бафы. Собственно говоря, вероятность убийства есть. Ведь здесь потери духа, и это очень важно. Ну и докачиваем уже все остальное. Здесь уже особо без разницы, как мы что первым сделаем, потому что все уже у нас скачано, и все надо открывать, ставить. Где же мы, кстати... Оф. 1300 туда прислали солдат. Безумие. Видимо, нам надо этого тоже прислать побольше. Греция тоже вышла на белый мир. Отлично. Ну и сейчас, так, химоружие. И сейчас заставим выйти, я думаю, на белый мир еще и Пруссию. Если мы успели в атаку перейти, но я хочу вот все в защиту отправить. И, в принципе, защитных битв здесь и играть, потому что их очень много, они всегда будут атаковать. А у нас техи защитные очень хорошие сейчас. И мы уже выходим, конечно же, в танки. Сейчас сразу надо заняться авиацией. У нас будет 1000 самолетов, следовательно. Нам надо подстроиться под это все. Дело. Сколько здесь у нас? 50, ну, собственно говоря, не так, что много и нам надо. Здесь, конечно, когда китайцы атакуют, просто происходит какое-то мясо, я бы сказал, безумное. И я вот думаю, насколько сильно мы апнемся, когда перейдем вот сюда. Просто факт в том, что, ну, мы реально апнемся. Будет ли это стоить дебафа? Хороший вопрос. Просто апов очень много. И самое главное, мы апнем себе, собственно говоря, эту атаку плюс 50 от 25 защиты. Ну, наверное, все-таки стоит дождаться конца уже войны. Когда Пруссия замирилась на белый мир. Лично теперь мы, смотрите-ка, эти армии куда они пошли сюда, я надеюсь. И смотрите, а, ну это доезжает уже, который я сюда отправлял не так давно. Две сотни. Сейчас коэффициент будет еще жестче потерь, да. Господи, 50. И мы поехали высаживаться опять в... Собственно говоря, Россию. Вот этим генералом, я думаю. Только сейчас ожидаю, что мы пойдем в атаку. И хоть у нас здесь огромное преимущество, их там будет слишком много.
А нет, слушайте, вполне себе демократичные такие цифры. Очень даже нормальные. Конечно, да, защита, господи, 340. Просто безумная. Так что мы будем потихоньку отбивать эти территории обратно. И параллельно, вот она, наша выставка происходит. Удачная. Здесь слабая поддержка вторжения с моря есть, потому что нас слишком много, но нормально. И вопрос, сколько там будет? Там будет много войск. Там будет сотка почти что. Так что, думаю, мы неплохо так подзахватим территории. И стоит, я думаю, сразу с другой стороны высаживаться еще одним генералом. Так надо выбрать какого-то более-менее подходящего по размеру, ну вот этого. Чтобы еще больше захвата территории, чтобы Россия побыстрее капитулировала. Россия предлагает мир. А, белый мир, нет. Ну, мы их хотим смену режима. А вот минус 6,9, это да. Это мы высадились и пошел захват. Смотрите, сколько они сюда войск сразу обратно перебрасывают. Я так полагаю. А, нет, даже не отсюда. Даже не отсюда. Это просто они туда могут много войск так перебросить. Они, видимо, мобилизовали, да, всю Россию. Мы же мобилизацией не занимаемся. Но хватит нашей регулярной армии в 1 миллион солдат. Здесь мы выбиваем варскор. Там мы выбиваем варскор. Ну, именно желание войны, я бы сказал, точнее, из России. Но это нам, наверное, не получится выиграть их слишком много. Хотя посмотрим. Но сейчас еще одна выставка произойдет, и думаю, Россия через некоторое время капитулирует. А нет, мы здесь вот выиграли, кстати говоря. И здесь еще у нас выставка пошла тоже, мы начали оккупацию очень солидно так. Ну, судя по всему, Россия вот-вот сдастся. Здесь мы тоже остров уже вернули почти полностью. Нормально, я считаю, очень даже. Это морская битва. Вот как? Что у нас дредноуты? Как дредноуты могут проигрывать мановарам? Да, их там 95, у нас 37 дредноутов. Как они могут проигрывать мановарам? Что это за бред? А вот Россия уже готова на смену режима, так что поехали. И да, это ни хрена не поменяло. Я оказался прав в своем предположении после Италии. Ну, блин, грустно, придумываю что-то интересное, а игра говорит, ага, это еще не работает. То есть, ну, по-моему, оно просто ничего не делает. Точнее как, что-то оно делает. Видите, у нас слишком близкие идеологические формы правления. Как будто что-то оно меняет. Но что непонятно, крепостное право там не отменилось. Соцзащита там не появилась, здесь ничего не появилось. Здесь ничего не появилось, не изменилось. У нас буквально, по-моему, все, кроме вот этого вот закона, разные законы. Ну и как бы, и что меняется? Очень странно, очень странно. Как будто только вот, не знаю, один закон меняется, вот назначаем еще новенький. Я не, ну, Россия точно на них не стартует. Либо она до этого их поменяла, либо нет. Короче, ну, я не вижу смысла пробовать дальше продолжать, потому что смена режима ничего не делают. Нельзя сделать мировую революцию. Хотя, есть на это казалось бы, ладно. Грустно, но я думаю, на этом можно нашу партию тогда полностью закончить, потому что, ну, мне только что пропал смысл. Забавно, да? Вот. Грустная новость, но тем не менее. С вами, ребят, был DubGuy. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.